как и другие. Я скажу вам вот что. Мне больно от того, что когда я говорю с великими, великими мудрецами, они говорят мне в частном порядке то, что они никогда не скажут публично. Сразу перед тем, как меня запретил Верховный суд Израиля, Верховный, нет ничего ниже, за 2 недели до запрета я пришел к очень большим раввинам и попросил у них письмо для Верховного суда. Не о том, что я прав. Они бы не захотели встать на сторону экстремистов. Но они могли бы просто написать в письме, что все, что я говорю, находится в рамках еврейского закона. Может, он и ошибается, но он основывается на еврейском законе, Галахе, как он ее понимает. Если бы у меня было это письмо, то формулировка антироссийского закона, если ваши взгляды основаны на книгах истины, вы не можете быть расистом. Это письмо я не получил. Через 2 часа после запрета я вдруг слышу по израильскому радио, что один особенно великий раввин, один из ведущих раввинов говорит, «Рабби Кахан — это великий, великий ученый, и его взгляды основаны на Торе». Я не просил от него панегирик, я просил письмо. Почему он сказал это после запрета? Почему он не дал мне письмо до запрета? Я не знаю, не знаю. И я пытался спросить его об этом. Да.